Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У всех есть воспоминания о блюдах невероятной вкусноты, которые мы трескали в детстве. Кто-то вспоминает школьные коржики, кому-то запали в душу столовские котлеты, а мне он запомнился деревенский гуляш. Даже не гуляш, а соус к нему. Нас в школе отправляли на картошку помогать колхозникам справляться с урожаем. И вот, как-то в одной из колхозных столовок нас накормили макаронами с этим соусом. Мясо не досталось никому. Я решил сегодня по воспоминаниям приготовить нечто подобное, но рецептик обязательно бафну. Значит, перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Сейчас приступим. Мясо. Я специально выбрал такое вот жилистое, чтобы при длительном тушении все эти коллагеновые пленочки размягчились. Все нарежу кусочками. Его надо подрумянить на утином жиру. В кастрюле, естественно, с толстым дном. Можно, конечно, растительное масло использовать, но я-то хочу получить феерию вкуса. Мясо выкладываем в хорошо разогретый жир, чтобы обжаривался и не тушилось. Все, пусть подрумянивается на сильном огне. Я займусь луком. Его очистить и нарубить кубиком. И про мясо не забываем. Прижарилось с одной стороны. Перемешиваем. Я, конечно, прекрасно понимаю, что в той деревенской столовке никто не заморачивался поиском именно утиного жира. Но деревня была татарская, колхоз тоже татарский, маслобойни там не было, насколько я помню. А вот уток и гусей они держали прямо-таки в промышленных масштабах. Так что вероятность использования именно птичьего жира очень высока. Пора добавлять лук. Его тоже обжарить, чтобы горечь ушла. А сладость, соответственно, проявилась во всей своей красе. Ну и пока этот процесс идет, в отдельной посуде займусь соусом. Для начала муку на сухую надо обжарить для получения орехового аромата. Сгорит моментально, поэтому не отвлекаемся, перемешиваем. Цвет начал меняться, аромат пошел. Самое время жир добавить, тот самый утиный. Отлично. И теперь томатная паста и немного протертых консервированных томатов. Паста даст насыщенность вкуса, а консервированные протертые дадут яркость и свежесть такую, что ли. Перемешать. Теперь второй баф деревенского рецепта. Здесь у меня домигляс, почти классический. Это концентрат красного бульона. На канале есть два рецепта. Щелкайте и смотрите. Ссылку в описании тоже обязательно оставлю. У него чудовищно насыщенный вкус жареного мяса. Обалденная штука. Сейчас растопится. Так, а что тут с мясом и луком? Все отлично. Процесс в самом разгаре. Надо бы добавить красного острого перца и подкопченой паприки. Так, домигласс растопился, теперь кипятка сюда. Соус будет просто бомбический. Кипяток вливать надо частями и каждую часть перемешивать до полной однородности, чтобы комочков не было. Смотрите, какая красота. И соли сразу. Все, можно добавлять соус к мясу. И тушить все вместе на слабом огне до мягкости. Естественно, под крышкой. Минут за 5 до окончания готовки добавлю лавровый лист. Встретимся с вами за столом. Долгожданный момент. Надо начать, конечно, с мяска. Столько обалденного соуса. Стопроцентное попадание в тот самый вкус, который я запомнил с детства. Совершенно обалденный. Посмотрите,
Какое огромное количество соуса здесь. О, сказка. Он настолько вкусный, что можно с этим соусом просто отрезать макароны, и мясо можно уже даже не класть. С мясом, конечно, лучше, потому что оно поджаренное, все. Но этот соус я готовил с демиглассом. Обязательно посмотрите, как демиглас готовить. Его запасать можно на очень долгое время. Прекрасно хранится и в холодильнике, и в морозильнике, если заранее нарезать кубиками и заморозить там в пленочке. Поэтому вкус насыщенный. Насыщенный вкус у этого соуса поджаренного мяса, такого яркого. Он кисло-сладкий такой, скорее сладкий, чем кислый. Он густой. Ну, это просто песня. Просто песня, вот просто обалденная. Да, конечно, это не гуляш, не венгерский гуляш. То есть венгерский гуляш – это суп-гуляш, да? Ну, это просто тушеное мясо вот в этом соусе. Но соус очень классный. Возможно, вы скажете, что детские воспоминания – это и фиксация на этих самых воспоминаниях. Но это здорово. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. А я еще пройдусь по этой песне. На. Просто... Обалдеть.